что по все доказательства, которые мы сегодня приводили, и то, что следственное заседание проходило в закрытом режиме, говорит только о том, что следствию и судье становится предпочту стыдно от того беспредела, в котором они учатся. То есть очевидно, что доказательств нет, что дело полностью сфабриковано, и в принципе мы собираемся только из-за меня, потому что основная цель этого уголовного дела, что президентский сказал в процедуре, за число времени я оставил механизм, и который освещает у нас Суэльти Банкова и Руссо Президента, и Марата, который у нас происходит. Я считаю, что дело закончится плохо, но плохо оно закончится генерального прокурора Костина, который участвует в преступлении по привлечению в уголовное ответственность невиновных лиц. Плохо оно закончится для судей Печерского суда, которые принимают участие в этой канале и выполняют по-другому указания и выносят решение. Плохо оно закончится для следующей Ралдуги, для прокурора Павлика, для всех других, кто принимает участие в этом юридическом беспределе. Все, кто гонит ответственность, они все со мной поменяются местами. И для этого будут приходить и смотреть, как они будут, чтобы получать свою реальность.